Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики. С вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где зарабатываю, куда лично инвестирую. Поговорим о такой теме, как приятно, когда у тебя хороший капитал есть, и когда ты ни от кого не зависишь, когда тебе не надо ходить на работу, когда у тебя дорогая машина, когда ты живешь, у тебя семья, у тебя несколько активов. Это могут быть криптовалютные активы, это может быть недвижка, это может быть несколько направлений, когда у тебя не одна квартира, у тебя очень много недвижки, очень много активов в криптовалюте, когда ты ездишь отдыхать. Не так, что ты живешь свою жизнь уже сколько лет и неизвестно, сколько еще осталось, и непонятно, что будет там через год, через два. Нужно всегда стремиться, нужно быть целеустремленным. И сейчас я принял решение участвовать в одном фасте. Это фаст. Я тоже хочу заработать. Мы всегда стремимся к лучшему, мы стремимся заработать. И как вы помните, я всегда топил за смарт-контракты. Вы скажете, что же такое случилось, что ты опять заходишь в фаст, не в смарт-контракт. Смарт-контракт, где можно видеть всю статистику и все. Но есть один такой интересный фактор. Если админ порядочный, админ хочет работать, можно заработать очень неплохие денежки. Один из таких фастов, мы помним, я сейчас не буду говорить какой, я заработал примерно $1000, он был с лимитами, он был похожий, но он отработал не очень хорошо, даже не очень хорошо, тут админ намного лучше, если он хочет работать, если он с репутацией, мы поговорим о проекте, который называется LMXZ, если я правильно говорю. Вот, так, меня выбило с кабинета, постоянно выбивает. Давайте поговорим, перейдем, поговорим, что это такое, почему я сюда решил заходить. Я буду сюда заходить по максималке, потому что можно очень хорошо заработать. В моих планах вместе с партнерскими это я планирую более $1000 за всю дистанцию. Потому что в прошлом фасте все хорошо шло, был на лимитах, мы неплохо заработали, почему упускать такую возможность? Есть одно но, как я говорил, те же смарт-контракты. Бывают смарт-контракты разные, бывает такое, что нечестный смарт, где-то какая-то уязвимость, и бывает такое, что все больше зависит уже от самого админа, как он развивается, как он будет работать. Видим сейчас админа с очень хорошей, безупречной репутацией, который работал по долгосрочным проектам, сейчас они решили запустить такое что-то в виде фаста. Заходить сейчас, на мой взгляд, мы ничего не теряем, мы заходим в самом начале. Я потому что в таких лимитниках, когда мы участвовали, то я тут немного зарабатывал, копейки совсем. Начинался заработок уже, когда лимиты подросли, я за это время набирал команду, поэтому сейчас, можно сказать, самый старт. У нас сейчас минимальный депозит всего лишь $100. И тут у нас, смотрите, какая красивая дорожная карта. Мы сейчас перейдем к дорожной карте и покажу вам то, что я буду заходить на все тарифы. И дальше еще очень много чего будет интересного. У нас очень много чего интересного будет по этому проекту. Много чего расскажу, то, что вы не знали. Много различных там как плюсы, так и минусы. Давайте смотреть. Пока что три тарифа плана. И давайте быстренько пробежимся по дорожной карте. Значит, у нас сейчас риски минимальные. Почему? Потому что сейчас скамить никому не выгодно этот проект. Потому что, как видите, у нас... только $100 максималочка. Дальше у нас идет уже дорожная карта называется. Тут у нас уже подождите. 6 тарифов среди 17, так как я правильно понимаю. Так, 115, 120, тут у нас сколько? 115, не совсем, конечно, я понял, но давайте пробежимся. Смотрите, так, 30-50, тут уже у нас идет от 200, будем считать, что этот у нас закрыт тариф, у нас открыты только вот эти тарифы. Дальше у нас идет уже 200, дальше у нас 400, будем следить за новостями. И дальше у нас 800, 1500, 3000, 6000. Так, у нас идет даже 10 и 20 тысяч. Будем надеяться, что все эти тарифные планы откроются. Так, тут, конечно, уже 100 тысяч, это уже фантастика. Но будем надеяться, что сейчас можно поработать. Мы заходим, можно сказать, в самом начале.
Так, еще один есть подводный камень, который не всем может понравиться. Без депозита рефералочка не работает. Вот это минус, я считаю, в этом проекте. Неприятный такой, вот очень такой момент, то, что не работает рефералочка без депозита. Так, вводим свою копчу. Так, MG, M5G. Как устранить? Ну, минималочка тут сколько? 10 или 20 долларов, не помню уж точно. Вот, так что это не такой большой минус, я вам хочу сказать. Так, тут двухфакторка у нас, разные защиты, я это все заморачиваться не буду. Тут и так, как бы, пароль сложный, у меня этого вполне достаточно, я считаю. Так, давайте мы сейчас нажмем Make Deposit. Вот так это все выглядит. Кстати, тут есть русский язык, я не буду это сейчас подключать, и так, как бы, все понятно. Нажимаем сейчас Make Deposit. Так, нажимаем Select Plan. А, кстати, даже 10 долларов, смотрите, минималочка, 10 долларов. Нажимаем по максималочке. Так, план у нас селектит. Так, у нас Perfect Money автоматом стоит. Я буду на все-таки с USDT-шки. Perfect, там, честно, редко пользуюсь. И уже не знаю, кто им пользуется. Все люди перешли на крипту. Нажимаем сейчас Next. Ну, кстати, если завалялись денежки, можно и Perfect зайти. Тут у нас просит QR-код. Давайте мы сейчас лучше сделаем это вот так вот. Потому что я сейчас с ноутбуком, мне проще без QR-кода. Так, раскрываем наше расширение и переводим сюда 20 USDT-шек. Нажимаем сейчас сюда Send, нажимаем адрес и нажимаем сейчас сюда Next, нажимаем 20. Так, нажимаем Send, так, списывается транзакция. Вот такие вот у нас делишки. Так, дальше я, наверное, все-таки сделаю быстро вот так вот, чтобы не ждать. Наверное, сейчас я сделаю сразу второй, пока открывается. Так, на этот я тариф, он же, получается, зашел. Так, на этот я захожу по максималке. Я нажимаю сюда 30. Нажимаю 30. Так, выбираем USDT-ху. Нажимаем Select. И тут просто пушка. Я думаю, то, что тут будем зарабатывать по 300, по 500 долларов выводить. Все это будет впереди, все это буду показывать. Обязательно подпишись на телеграм-канал, на YouTube-канал. Так, нажимаем сюда Send. Так, у меня еще этот тезер, конечно, немножко подтормаживает. Само расширение это... Так, я два раза нажал, что ли? Так, сейчас сколько у нас? Так, все, денежка списалась. Так, отлично. Нажимаем сейчас Make Deposit, новой вкладочки. Нажимаем сейчас на третий тариф. И сейчас я вам покажу свой дашборд. Так. Тут, кстати, вот выплаты, тут работает ведро. Кстати, кому непонятно, как я говорил, на главной есть русский язык. Я просто уже не стал это переключать. Если вам непонятно, все на русском. Там сделать депозит, вывести средства. Пополнить можно как с Binance, только учитывайте комиссию. Если будете с Binance, то это на 1 доллар больше отправлять, когда будете нажимать вывести. Так и этот Trust Wallet. Wallet вроде правильно, не Wallet, а Wallet. Точнее, это кошелек. Trust, MetaMask. Тут, кстати, платежки. Давайте мы посмотрим. Я, кстати, еще не указал. Платежки давайте еще отправим. Сейчас еще 50. Я не указал. Нажимаем Send. И нажимаем сейчас еще вот так вот, еще 50. Ну, TronLink удобнее тем, что можно замораживать троны, если много тронов. Небольшая комиссия, ну, комиссия тут несколько тронов этих. Так, какие платежки работают, с какими платежками? Так, у нас, смотрите, работает Perfect, Pair, Dogeки и... Только TRC20 сеть. BEP20 пока что сети нет. Я думаю, что появится BEP20 с MetaMask, BNB-шка. Ну, платежки, я думаю, в процессе развития будут появляться. Как это, вы помните, было в лимитнике. Не буду тут говорить, какой. Так, и давайте мы посмотрим сейчас наши депозиты. Отобразились ли они? Так, вот, отлично. У меня работает вот этот. У меня работает вот этот уже активный. Так, на 20, на 30, на полтишок у нас еще идет. Давайте посмотрим еще раз. Уже должен появиться у нас на полтишок. Так, эти можно закрывать у нас. Так, 20 пришло.
30 у нас пришло, видим, успешно. Так, а где наш 50? Не вижу его. Так, ладно, я думаю, то, что они должны сейчас прийти. Давайте еще раз. Депозит лист. Что можно подвести, какие итоги? Реферальная программа шикарная. Это 5, 2 и 1, если я не ошибаюсь. Давайте пока что, ладно, видео поставлю на паузу. Так, ну все, отлично, все у нас отобразилось. Сразу говорю, это ни в коем случае не реклама, не призыв. Я не говорю, что сюда нужно заходить, то, что там прям заставляю вас. Я только рассказываю, показываю выплаты, мониторю. Вы должны понимать, то, что риски есть. Если для вас это последние деньги, там кредитные деньги, конечно же, не стоит заходить. Потому что вы должны понимать, то, что в инвестициях нужно понимать только на свободные деньги. И также вы можете строить свою партнерскую структуру. Кстати, друзья, тут минималочка $10. Давайте еще раз вам покажу. Для тех, кто хочет приглашать партнеров, единственный подводный камень, то, что нужно пополнить на $10. Без этого вы никак не сможете зарабатывать. Это сделано так, ну, наверное, потому что не было вот таких вот, ну, уж совсем там, не знаю, людей, ну, которые вообще, ну, пришли просто там где-то начинают. Конечно, для меня это как для меня это немножко минус, но у каждого свое мнение есть. Есть такие люди, которые вообще могут не пополнять, но у них очень огромное количество рефералов есть. Потом они с этой ревки выводят, что-то туда докидывают. Но с другой стороны, как бы плюс, то, что мотивировать, чтобы людей, наверное. Вот, вот такой был у нас сегодня обзорчик. Побольше вам профита, не забывайте о рисках и до новых встреч.